муж твой еврей или антисемит, мелочи разве важны? Ведь показатель счастливой семьи – толстая попа жены. В складках пижамных уют и покой, нежно дрожит целлюлит. Если супруге комфортно такой, значит, нигде не болит. Значит, пироженка, тортик, желе тащит в постельку мужик. Толстая попа худой, тяжелей, толстая не убежит. В гастрономическом сладком раю муж, повелитель и царь. Ну, а теперь посмотри на свою. Это ж не попа. Мышца. Килокалории все сожжены. Голоден адский костер. Толстая попа счастливой жены. Что-то пока не растет.